Здравствуйте, уважаемые друзья! Все те, кто худеет на кетопитании или пытается вылечить свой диабет, как и я, предлагаю вам потрясающий десерт – шоколадное мороженое. В чашу миксера или блендера высыпаю 50 граммов клюквы. Добавляю сахарозаменитель. Можно добавить жидкий или эритритол, любой по вашему вкусу. Добавляю деревенские сливки в объеме 500 мл. Можно взять сливки магазинные. Жирностью 33%. Теперь добавляю 100% какао без добавления сахара. У меня 3 десертные ложки с верхом. Все как следует взбиваю. До готовности примерно 1 минуту. Посмотрите, какая густая масса у нас получается. Кстати, эту массу можно использовать как крем для кето-тортиков, но мы будем делать мороженое. Если у вас нет специальных форм, возьмите одноразовые стаканчики емкостью 50 или 100 мл. Наполняю подготовленной массой стаканчики почти доверху. Чтобы удобно было есть наше мороженое, я втыкаю туда деревянные палочки. Их можно вместе со стаканчиками приобрести в одноразовой посуде. И мороженое наше почти готово. Остается только поставить его в морозильную камеру на ночь. Вот такая вот красота. Всем советую попробовать. Это очень вкусно. Занимает всего лишь 10 минут готовки. Утром достаем его из стаканчика, слегка подогрев стаканчик в ладонях. Всем приятного аппетита! Смотрите мои другие кето-рецепты, подписывайтесь на канал. До новых встреч!